На Алтай прилетели зимовать лебеди. Уже больше 500 особей обосновались в заказнике Советского района. Большая часть из них на озере Светлом. Первые лебеди на незамерзающих алтайских озерах были замечены в 70-х годах прошлого века. Вскоре территорию объявили заказником, а лебеди оказались под защитой государства. С тех пор число зимующих пернатых с каждым годом стало расти. Третий год подряд орнитологи насчитывают не менее 700 лебедей, крикунов и шипунов. Ученые отмечают, что нигде больше в России они не зимуют в таком количестве. Кроме того, в заказнике проводят холодные месяцы несколько тысяч диких уток. Лебединое озеро стало одним из главных символов зимнего туризма на Алтае.